«Годзилла» — это новая версия легендарного фильма японского кинорежиссера Исиро Хондо, снятого в 1954 году. Главные роли в картине исполнили Аарон Тейлор Джонсон, Брайан Крэнстон и Элизабет Олсен. Премьера ленты запланирована 15 мая 2014 года. Пока создатели картины держат в секрете подробности истории. Однако в одном из интервью сценарист Фрэнк Дарабонт поделился некоторыми планами относительно сюжета. По словам Дарабонта, «Годзилла» заставит задуматься об ужасающей силе природы и будет представлять собой очень убедительную человеческую драму. Сценарист обещает, что картина будет затрагивать необычайно современные проблемы. На пресс-конференции, посвященной грядущей работе над фильмом, было заявлено, что сюжет будет вращаться вокруг одного действующего лица, а в дополнение к, собственно, Годзилле, зрителей порадуют еще двумя монстрами. Актриса Элизабет Олсен заявила, что это определенно не веселый развлекательный фильм, а скорее возвращение к первоначальной японской версии картины. Парван Рагимова, Эльмин Лачинов, Азертач. The arrogance of man is thinking nature is in our control.